Финальное выступление представляет победительница Олимпийских игр в командном турнире, чемпионка Европы, занявшая 3-е место в женском одиночном катании, Камила Валиева. В каком новом образе выходит Камила Валиева на лед? Как ни крути, вне зависимости от занятого места, Камила – это всегда любовь публики, это всегда украшение чемпионата страны. И, разумеется, этот турнир отнюдь не исключение. Но давайте смотреть за новым показательным номером совершенно удивительной фигуристки. Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета. И даже потом пистолета я найду тебя. Я со стороны спортсмена могу сказать, что это талантище с большой буквы. Как мне нравится, что Камила постоянно меняет образы, и каждый образ ей подходит, он какой-то вот особенный. В ней столько энергии, таланты, такие линии. Ну, просто потрясающе. Я не хочу, конечно, никого обделять, но она талант. Ну, я постоянно говорю плюс-минус те же слова, даже еще в более ярких эпитетах относительно Камилы Валиевой, как раз таки начиная с того сезона, когда она восхитительно ворвалась в мировое фигурное катание по юниорам, и девочка на шаре, и то блистательная победа здесь же, в Челябинске, на этапе юниорского гран-при. Но что еще нравится, Камила же, она всегда в тренде. В прошлом году был удивительный, совершенно показательный номер под музыку Ксейлу Венсдей. Венсдей сейчас она берет композиции разные,
остается в тренде. И еще только-только нашумевший сериал, да, вышел на «Слово пацана». Так и хочется сказать, жаль Ералаша. Это был там один персонаж из этого сериала. Ну, круто, здорово, что она подхватывает это все. И люди сразу же зааплодировали. Они тоже понимают то, что она хочет донести. И понимают, и чувствуют. Ну и, конечно, зрители очень рады еще и еще раз видеть Камилу Валиеву на льду. Как ни крути, а Валиева в мировом спорте – это явление. Явление, я согласен.